«Цифровая валюта и блокчейн на семинаре в Эмиратах». Министерство финансов Объединенных Арабских Эмиратов и Международный валютный фонд проведет Дубай Финтеч Саммит МВФ, где обсудят виртуальные валюты и применение блокчейн-технологии. Абейд Хумейд Аль-Тайер, государственный министр по финансовым вопросам в Эмиратах, отметил, семинар будет охватывать ряд важных тем, в том числе виртуальные валюты и распределенные бухгалтерские книги, построенные на основе блокчейн-технологии.